Как сделать, чтобы работала колонка от сети? Вот я нашел аккумулятор, который у меня был, и дальше подсоединил его к колонке. Тут у меня выходит провод от аккумулятора, и тут стоит выключатель. Два провода центральных приходят от... питаются вот самой колонки от мозгов, которые шли у меня на батарейке. И теперь с батарейки у меня приходит провод вниз, плюс минус, а вверх приходит провод от зарядного устройства, так называемого. Он у меня выдает 4 вольта. Я, чтобы понизить напряжение, то должно быть 3. Поставил диод. Вот. Все видно, там диод стоит. Внутри. Обычный низковольтный диод. Он снимает напряжение. У меня теперь 3,7. Все работает замечательно, никаких проблем нет. Кнопка вот, она в двух положениях кнопка. Из банки вырезал, у кого какие есть идеи. Вот. Она работает либо от батареек, либо в одном положении, либо от аккумулятора в другом, если выключили. Вот. Напряжение в сети, можно от батареек работать. Вот видим батарейки. Идет, сюда приходит. Сюда я его креплю на болт. Кнопочка включать. Или одно, или другое положение.